В городском округе Щелково продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Напоминаем, что любой желающий старше 18 лет может сделать двухкомпонентную прививку. Так, например, в первой поликлинике на улице Фрунзе в прививочном кабинете ждут всех желающих. А те, кто уже сделал укол, чтобы обезопасить себя от COVID-19, советуют это и другим. Пришел я сюда сегодня привиться от коронавируса. Ранее я записался на госуслугах. Пришел сюда, мне завели карточку, не было никакой очереди. Прошел в кабинет, меня осмотрел врач. При осмотре врач не выявил никаких побочных, запрещающих каких-то действий. И я пришел и просто свободно прошел в кабинет и сделал прививочку. Так как считаю нужно, это сделать нужно каждому человеку. Без предварительной записи сделать прививку можно в мобильных пунктах, которых несколько в городском округе. Один из них находится на втором этаже торгового центра «Глобус». Сейчас в учреждении оборудован специальный медицинский кабинет, разделенный перегородками для комфорта и удобства граждан. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Также мобильные пункты будут работать с 9 до 14.00 в Богородском 27 февраля, в ДК «Медвежьи озера» 27 февраля и в Загорянском ДК 28 февраля. Помимо прочего, можно воспользоваться возможностью сделать прививку на так называемой выездной вакцинации. Она проводится на местных предприятиях и в учреждениях по решению трудовых коллективов. Записаться на обычную плановую вакцинацию можно через региональный портал госуслуг по номеру 122, либо в любой поликлинике округа. Всего в городском округе Щелково 4 постоянных прививочных пункта. В первой и второй поликлинике в Щелково, в третьей поликлинике в Чкаловском, а также в поликлинике во Фряново. Противопоказания для проведения вакцинации минимальные. То есть после того, как вы записались, вы приходите строго по своему времени, день в день, проходите осмотр врача, и мы можем вас вакцинировать. Администрация Щелковской областной больницы сделала все возможное, чтобы пациентам было максимально просто и удобно пройти вакцинацию. Если вы прикреплены к определенной поликлинике, это не значит, что вы должны делать прививку именно там. Вы можете воспользоваться любым прививочным пунктом, который для вас наиболее удобен. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.